Привітальные слова президента, уручение узнагороды, зорные конфузы. 26-й международный фестиваль мастерства «Славянский базар» у Витебску урочисто открыты. Уся 6-тысячная зала летних амфитеатра на протягу нескольких годин жила у одином ритме. Чем запомнится церемония открытия, расскажут наши корреспонденты. Форум мастерства заўжды открываются при полном аншлагу, и эта традиция неизменная, как и приветственные слова удельникам фестивалю от керовника краины. Александр Лукашенко сёлета отзначил важность славянского базара у Витебску для культурного одинства краин. Форум на протягу 10 годзе узбирая сябров и служит миру и взаеморазумению. Искусство не знает границ. Оно сближает народы, роднит души и сердца. Под летним витебским небом встречаются многочисленные друзья со всех концов земного шара. Именно ради этого вспыхнула и вот уже более четверти века сияет звезда славянского базара, который впитал в себя сердечность, доброту и величайшую гостеприимность белорусов. Упершиню сёлета менавіта падчас урачыстага адкрыцця фестывалю ўзнагародзілі пераможцаў дзіцячага музычнага конкурсу. 12-гадовай беларусцы Марыі Магільнай гран-пры ўручыў прэзідэнт. Одна з традыцый фестывалю – шанаваць артыстаў, чыя творчасць умацоўвае сяброўства паміж краінамі. Сёлета спецыяльную ўзнагароду праз мастацтва да міру і ўзаемаразумення прэзідэнт уручыў народнай артыстцы Грузіі і Расіі Тамары Гварцетэлі. Здесь, в Витебске, прошли мои первые крупнейшие концерты с маэстро Мишелем Леграном. Здесь много лет мы бок о бок работали с нашими белорусскими, украинскими, польскими, сербскими, болгарскими друзьями. Я вам всем благодарна. Судьба мне подарила любовь белорусского народа, и это любовь взаимная. Я вас люблю. Спасибо большое за оказанную честь. Спасибо вам. Провитальный лист удельникам и гостям славянского базара у Витебску накировал президент России Владимир Путин. Особисто повеншовал форум с открытием президент Молдовы Игорь Дадон. Bună seara, dragi prieteni, vă salut din partea poporului Republicii Moldova. Привет, Беларусь! Этот конкурс уже доказал и завоевал свою позицию всемирно известного. Именно с этой сцены уходили большое плавание знаменитые артисты из десятки стран, включая из Республики Молдова. Все это стало возможным благодаря гостеприимству белорусского народа. На этом официальная частка церемонии открытия завершилась, и на сцену начали выходить айчинные и замежные артисты. Каждое выступление шматтысячная зала сустракала с властивой витебской публицы теплынёй и щиростью, а сами зорки не могли утриматься от добрых слов у адрес витебского фесту. Праздник дружбы, праздник мира и... Прекрасно, что этот фестиваль объединяет наши братские народы в наше очень непростое время. У вас потрясающие люди. Спасибо вам огромное. Вы сделали меня, я думаю, всех артистов и жителей, и гостей города счастливыми. Спявачка Слава выпадкова порвала на сцене сукенку, Нави Бэнд проспявали песню, вядомую усім пасля Еўрабачання, Крыс де Бург звернулся до глядачоў по-руску и сорвал овацию залы за свою «Леди ин Ред». А разом с Рыгорам Лепсом, якому довялося закрывать концерт открыцця, стоючи спявал увесь летний амфитеатр, не утримался и подпевал нават кіраўнік краіны. Ольга Шмаргун, Дмитрий Котов, новини, Витебск.